Всем доброго дня! Герой моей съемки — магазин «Магнит». Значит, что сегодня будет, было куплено, я показываю. Таинственная сумочка холщовая. Так, по 9 рублей лаврушка, перец горошком. Ролтон 20 с чем-то рублей. Хлеб 15, батон 29. Так, Кнор гороховый суп, салат оливье 49 рублей, майонез 40 рублей по скидке, так, лучок, что-то копейки какие-то, картошка по 30 рублей, вот яйца по 40 рублей, но тут одно оказалось разбито, вот оно, разбито. Так что еще и второе разбито. Что-то все тухло. Да. Где-то я прокололась. Бляха. Ну ладно.